Отдыхая летом в Сочи, Владимир Владимирович Путин по традиции зашел в кафе к своей старой знакомой. Бабушке Сирануш! Слышь, ты что такая дерзкая? Добрый вечер, мои хорошие! Здравствуйте! Владимир Владимирович, проходите, смотрите, все столики заняты, вообще свободных мест нет. Наш столик всегда свободен, присаживайтесь, пожалуйста. Слышишь, ты, я тебе что сказал, я 6 часов сюда с президентом приду. Ну так сейчас же без 10. Не без 10 мне тут. Президент Джан, я кальян буду, вы не против? Конечно, конечно, бабушка Сирануш. А скажите, у вас кальян на молоке? Нет, суши, на рапторе. Комаров травлю. Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят. Один день их всех соберу, пачкав, ножки подпилю, всю семью уничтожу их, суши. Президент Джан, угощайся, кушай. Спасибо пожалуйста. Большое. А что это такое? Это устрицы. Вот так берете устрицы, смотрите. Ой. Мои любимые, что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот министр спорта Мутко. Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю, но когда он по-английски говорит, я все понимаю. А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети. Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально? Что, ты в Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать? Я тут как бы себе землю присмотрела в Сочи. Она никому не нужна, вообще никому не нужна земля. Там даже земля не земля, там деревья не растут, там камни, сырость, ну, пляж. Что подумала? Хочу домик построить, 1, 2, 17 этажей где-то. Тоже как КВН 3 буквы сделаю. Казино! А что, как песня у вас там поется? Мы открываем казино для кого? Для себя. Ну, бабушка Сирануш, я, конечно же, могу позвонить мэру, но так не надо. Эй, президент Джан, вот надо как не надо. Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если нефть будет стоить $1? А почему именно один? Ну я как бы наш народ знаю, если $2 мы еще как-то потерпим. Но если $1, что-то надо будет делать. Бабушка Сирануш, не волнуйтесь, все будет хорошо. Серьезно, все идите сюда, быстро все идите сюда. Вы слышали? Все будет хорошо, нефть будет стоить $2. Пожалуйста, спейте один раз песню для моего гостя из Москвы. Чао, какао, за мой счет бесплатно.